Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Продолжаем опыты. То есть подготовка к зиме. Сегодня мы отрегулировали вот эту печку. То есть конфорка горячая, 50 градусов для обогрева. А потребление на нуле. То есть на низком токе и высоком и высокой мощности этой конфорки. Как видите, потребление ноль. То есть счетчик стоит в углу. Трат нету. Что применяем? Применяем ровер, видите? Ровер 12 вольт. 2,2 ампера. Всего 12 вольт. А что у нас выходит? Сейчас посмотрим. Напряжение на выходе, видите? Так. Вот он. Прибор. А вот я мерю. Как видите, 14,63. То есть напряжение повысилось, то есть обратный ток с этой печки больше, напряжение повысилось, и поэтому ток не потребляется, а печка греется. Нагрелась она вот, сейчас скажу, 47 почти градусов, вот сейчас нагрелась. Ну, это только включил недавно. Нагреется до градусов 50-60, а может до 70. Но главное, что и этого хватит. Объем-то большой. 50-60 градусов вполне хватит для обогрева. При этом она работает на самозапите. Как видите, потребление вот, ну, вон красный. Ай, потребления нет. Нет потребления. Как же она сделана? Сейчас покажу. Это печка импортная Сельмор. Все вот эти вот электронику всю я обрезал. Так как электронику делают рептилоиды для того, чтобы она мотала на счетчик. Это я все обрезал. Получилась печка для обогрева абсолютно бесплатно. Нагрев небольшой, но этого вполне хватит. Поле-то тут больше, ребята. Поле-то большое. Вот круглое поле, все греется. 50-60 градусов. Вполне хватит. А сейчас схема. Поймете, что это самозапитная система. Почему? А вот почему. Видите? Плитка. Сама плитка имеет мощность 2 киловатта. Вот у ей комфорка. Вот это вот поле все прогревается. А вот здесь автоматика. Реле, включить, отключить. Это все, ребята, я отключил. Почему? Потому что это все дает, сделано рептилоидами, значит, все надо потом переделать, но пока я просто отключил. И провода вывели напрямую. На систему, значит, низкое напряжение, но низкое напряжение, ребята, 12 всего. 12, ну, когда меряешь где-то, 13. Вот выходит без нагрузки.
А с нагрузкой должно опуститься, а у нас 14,6. Почему? А потому что у нас печка на самозапитии. То есть ток от печки больше, чем ток от этого. 14,6 он напряжением. То есть повысил напряжение. Понимаете? Значит, температура 50-60 пока. Но я включил недавно. То есть особенность этой системы, знаете в чем, ребята? Она долго разогревается. Часа два. Но потом стабильно, а вы ее и не выключаете, если включили. Она разогреется 50-60, может и до 70. Этого хватит, чтобы обогреть поле, то есть кубатуру где-то 100-150 кубов, ребята, без проблем зимой обогреет. Если квартира будет вся заделана, как положено. То есть, но через 2 часа она только выходит где-то градусов на 70. Через час на 50, вот как мы посмотрели, около 50. Час прошел. Через 2 часа она выйдет на 70, может даже выйти на 80. И выключать не надо, потому что нагрева здесь нет. Видите, это не греется. Вот это. Ничего не сгорит. Ток тоже не тратится. Ноль, видите, ток ноль. Поэтому вы ее включили. И пусть она всю зиму работает, всю зиму будет тепло. А рептилоиды получат ноль. Не получат они свои деньги. Ноль получат рублей. Ноль рублей. Такая система может применяться для любых комнат объемом 150 кубов, до 150 кубов. Благодарю за внимание, всем удачи и стального железного здоровья.